Ребятки, всем привет! Ну что, сегодня день выборов у нас. Ну, все идете голосовать? Я-то точно. Ну, я не иду, я буду дома голосовать. Никитка идет голосовать, не говорит за кого. Но я буду голосовать за Владимира Владимировича. Так что вот такие вот пироги. Сейчас я вам покажу свой бюллетень. Все это можно делать, оказывается, дома, через приложение. Через сайт, да. И что там? Это каждый же может делать? Нет, заранее надо. А, это заранее, ребят, надо регистрироваться, чтобы вот сделать. Но те, кто не зарегистрировался, конечно, вам нужно идти на свои избирательные участки. Но я, конечно же, Никитка меня зарегистрировал, я сейчас все это сделаю в домашних условиях. Ну и плюс ко всему у меня началось все мои анализы. Все, я пошла, начала все это проходить, короче, опять все сызнова. Блин, потом еще перед поездкой опять надо будет, ну короче. Так, ну что, вот она моя бюллетень. Значит, это моя перейти к голосованию. Так, технические условия. Это мы все почитали. Подтверждаю, что действую осознанно и не нахожусь под давлением третьих лиц. Подтверждаю. Подтверждаю, что ознакомлен с техническими условиями проведения дистанционного электронного голосования. Подтверждаю. Подтвердить. Введите код из СМС. Да. Так, ребята, ну все, код я отправила. Значит, продолжаем дальше. Персональный код шифрования. Все готово для начала голосования. Продолжить. Так, анонимная зона. Осталась одна бюллетень. Это анонимка. Так, полистайте вниз, это со всеми представить. Так, Даванко. Даванков? Даванко Владимир. Даванков. Путин Владимир Владимирович. Слуцкий Леонид Эдуардович. Харитонов Николай Михайлович. Все, что ли? Трое? Четверо. Так, вот даже не знаю, 84-го года, но в принципе молодой, да? В принципе молодой, но я его знать не знаю. С 52-го года Владимир Владимирович знаю. Ну, слава богу, не с 52-го года, но... А 68-й год, ну тоже в принципе. Так, ой, 48-й. А что это вообще что ли старенький? Мама, это... А зачем? Ну, я чуть не поняла смысла. Этот 52-го, тут 48-го. Так это что, мы повтор делаем, что ли? Короче, ребят, все, ставлю галочку. Никого не знаю из них. Вообще еще и старикана какого-то выставили. Все. Так, подтвердить выбор. Да, подтверждаю. Я подтверждаю. Вы проголосовали. Вернуться на портал. Возвращаемся. Все. Все. Ну, короче, ребят, конечно, это тайна все, но я, мне от вас скрывать нечего. Я говорила и говорю. Я считаю, что Владимир Владимирович должен остаться в этот раз. Так как все-таки вы все прекрасно понимаете, что было начато, должно быть завершено. Никто другой это не сделает. Так что, ну, это мое сугубо личное, не нужно сейчас меня там, в меня кидать камни, не надо. Оставайтесь все при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении. Все, это мое сугубо личное. Так что, мои хорошие, я тоже умею кидать камни. Все, ладно, давайте, пока надо радоваться и счастливыми быть. Сегодня выборы, отметьте этот день замечательно. Не знаю, сегодня мы узнаем у Литвы, за кого она голосует или нет. Кто? Литва. Или мы... Ну, вообще, ей уже все сроки подачи закончились, надо позвонить в избирательный пункт и... Волонтер. Да, и ей сказать, что она больна, допустим, либо не может прийти, и чтобы волонтеры пришли. Да, так можно, но в электронной нельзя. Ну, понятно. Не, ну я имею в виду, что мы после больнички, может, домой поедем спать.
или что, я не знаю, у меня какое-то состояние. Весна, ребята, и вроде я и пью витамины, да? Я ж пью какие-то витамины. Витамин D3. Витамин D3 я пью. А как-то вот состояние у меня такое, знаете, вот неваляшечное. Ну все, давайте увидимся еще. Поехала я в клинику проходить. У меня сегодня что я должна пройти? УЗИ брюшной полости, а потом мочевого пузыря, почек, а потом кровь я должна сдать. Да, кровь. Кровь я должна сдать и что-то еще. На антитела к вирусу кори. Угу. На антитела вирус кори. И что я еще? ЭКГ сегодня делаю. Да, ЭКГ. Еще ЭКГ можешь делаю. Можешь еще КТ сдать. Возможно. Что? КТ, компьютерная томография. А, компьютерная томография. Сегодня думаешь? Ну, посмотрим. Короче, полностью пацан меня хочет протащить по всем этим врачам. Ну все, давайте увидимся. Надо делать, потому что скоро Москва. Так, а мы сейчас с тобой что? А, одеваемся здесь, да? А что мы знаем? А? Ну, а где написать свои данные? А ты же уже номер написал. Номер для отправки. Это там сейчас дадут наклейку. А я номер не написала для телефона. Так пиши. Все. Давай отрезаем. Я не знаю. Давай узнаем. Одну туда, одну. А зачем? Может, и не на... А, нет. Ребят, сейчас были в больнице, ну, здесь вот в этой, в поликлинике, а там, представьте, избирательный участок организовали. И плюс ко всему я еще умудрилась поучаствовать в викторине. Ну, вот кто... Не в ту сторону пошла. Короче, плюс ко всему еще поучаствовала в викторине. Что там, машина, квартира? Одна, ой, 6 машин, одна квартира и денежный приз. А, то есть в викторине участвуют 6 машин. Ну, короче, одна квартира и какие-то денежные призы. И ответить надо на вопросы, там 3 вопроса всего. С Магнитогорском связаны. Ну, не знаю, как я на них ответила. Ну, короче, ответила по интуиции, скажем так. Все-таки Магнитогорская сталь, я вот сейчас думаю, наверное, все-таки... А? Ну, танки тоже у нас делались. Ну, почему-то я слышала, что где-то именно вот пушки делали. Ой, вернее, вот это вот. Не сам танк, а вот именно вот эта пушка. Может, я что-то ошибаюсь, не знаю. Ну, короче, ладно. Да ладно, господи, поучаствовала. Ребят, скажем так. Ну все. Сейчас осталось кровь сдать. Кровь сейчас дам. Отдам свою кровушку. И наконец-то я смогу покушать. Я голодная. Прям не знаю, как кто. Как волк, наверное. Каприз. ЭКГ сдала. УЗИ полностью. Брюшной полости. И, короче, вот сейчас кровь иду сдавать. Ребятки. Такой избирательный участок. Так интересно, Никита. Никита тоже хотел, но ему не здесь, не в этом районе. Тоже поучаствуешь в викторине. Все, наше приключение с Никитой. После всех этих сдала кровь. Зашли покушать. Сейчас покажу. В столовку. Обожаю столовки. Вот. Взяла себе компотик. Естественно.
Так, вот такой салатик, вот такая вкуснятина. Так, это кофе обязательно у Никитки. Вон там курочка, тоже салатик какой-то. Приятного аппетита нам. Так, ребятки, ну все, мы наконец-то с Никитой до дома добрались, значит, все сделали практически, можно сказать, все сделали, всегда же у нас как, больше возмущений, но мы все, можно сказать, собрали эти анализы, первая стадия собрали, теперь потом после, значит, все это обновлять будем, то есть все должно быть свеженько. Так, что я вам хочу сказать, ну вот зашли мы в столовку покушать, ребят, ну это... Пипец просто. Короче, вышли мы из этой столовки. Ну, идешь, вот знаете, как бывает, вот запах, да, все не... почему-то вот в кафе, вот почему-то так не пахнет. Вот именно в столовках вот этот вот запах. Но этот запах мне очень сильно напоминает зоновские столовые. Ну, там понятно, там нету ни вытяжки, там нету ни хрена ничего. То есть там пережарка лука, если еще капуста дается, это все, умри, все живое. Это с ума можно сойти. И вот мы выходим, я чувствую этот запах. Ну, вот идешь, и ты все равно его чувствуешь от себя. Вот запах есть, вот знаете, столовой. Подошли мы, значит, пришли в этот, в клинику. И в клинике нам говорит оператор, которая нас оформляет, она говорит, ой, как от вас пахнет пирожками. Я говорю, ну мы сейчас только были в столовой, вот тебе, пожалуйста. И все, и мне этот запах как въелся, я прям вот помню запах столовой зоновской, настолько это напоминающее. Пришла, все, бушлат свой, ой, бушлат, блядь, господи, что я называю так, этот? Сынок, как называется, в чем я хожу? Плащ, пуховик, да? Пуховик я, короче, свой скинула в стирку, все это стирать. Никитка сейчас тоже там сходит, надо будет анализы забрать. И я говорю, тоже твою куртку, давай все перестираем. Запах столовой. А так мне понравилось, как там вкусно. Прикиньте, ну вот видать от того, что может быть плохая, ну вот нету вытяжки или что, я не понимаю. То есть мы не в первый раз столовую кушаем, но чтобы так, вы знаете, я даже вот от себя чувствую запах вот этой столовой. Вот настолько едкий. И вот вы представьте, вот мы в зоне, мы уже заранее знаем, что дают в зоне. Представьте, идешь в столовую, и ты понимаешь, что все пипец, а если еще зима, ты понимаешь, что все, вот вся твоя одежда, которая на тебе, все. Вот если была бы такая возможность не заходить в эти, ну, в эти дни, вот когда там дается эта капуста, да, вот когда это все дается, вот была бы такая возможность,
Вот я вам клянусь, я бы, мне кажется, я бы даже не обедала и не ужинала бы. Вот правда. Настолько, потому что это прям вот проблема зоновская. Это прям вот невозможно. Ты заходишь туда, там 15 минут побыл, ты выходишь, от тебя полностью зеленка, вся форма одежды, все-все, от тебя такая идет вонь, что это пипец. Вот представь, 100 человек, отряд идет. И невозможно, вот не, ну, дышать невозможно. Навстречу отряды, которые идут, и говорят, ну все, пропади, все пропадом. Сейчас мы туда зайдем, и что с нами будет? Вот прикиньте, и как спасались? Там же не, там нету, то есть я вам всегда говорила, с утюгами проблемы, да? То есть если ты еще горячим ошпаришь, вот горячим пройдешься по всему, ну вот по бушлат там погладишь, форму, как-то еще эти, видать, бактерии, которые вот на одежду попадают, вот запах этот выдают там, да, и ты их, ну, прогладишь, и нету вот этого запаха, ну, исчезает. Вот мы спасались так, мы приходили, когда в отряды, если мы шли в отряды, то мы все вешали на батареи, то есть, ну, не все, конечно, не могли, естественно. Это, естественно, выборочно. Кто-то успеет, повешает на батарею, кто-то вообще не может это сделать. Ну, короче, вот сразу же в секцию забегаешь, снимаешь косынку на батарею, бушлат, блин, на батарею, чтобы вот этот запах хоть маленько от тебя ушел. И все опрыскиваешь освежителем. Ну, у нас был этот, духи зоновские, знаете, Вернель или же Ленор, короче, вот этим вот все вот так вот о себя всю полностью обрызгаешь, но сначала все на батарее, надо хотя бы каждой вещи, ну вот минут 10 выделить, вот чтобы оно вот так повисело, ну если есть время, конечно, ну вот так, мне очень нравились батареи на производстве. Вот когда я работала на швейке, на производстве, мне там нравились батареи, они так сильно грели, и вот если ты туда повесил, то прям достаточно было 2-3 минуты, и вот этот запах уходил. Так что вот я сегодня, ребят, испытала вот в очередной раз вот такую хрень на себе. Зашла в столовку. Хотя она мне очень понравилась, очень вкусно там девочки готовят. Ну, мне понравилась она, вы знаете, мы на двоих с Никиткой 800 рублей потратили, это, ну, это очень хорошо. И мы полностью пообедали, полностью, значит, ну, то есть, значит, по 400 рублей на человека. То есть мы покушали, все взяли, вот все, что, ну, душа ваша пожелает, да, вот все купили. И, короче, вот такой вот запах остался. Литве рассказываю, говорю, Литва столовку нашла, ну все, туда точно больше мы не пойдем, иначе эта стирка меня замучает. Я машинку свою на этой стирке только сломаю, блин. Ну, короче, что я вам еще хочу сказать. Все, вот такой вот у меня сегодня был блог с вами. Значит, мы сходили, можно сказать, и... На выборах желаю вам всем, конечно же, прекрасных выборов. Делайте свой выбор. Голосуйте за своего, значит, любимого там, да, кого вы хотите, ну, кого вы считаете нужным, чтобы был у нас президент. То есть это великие такие выборы. Так что голосуйте, мои хорошие. Я не скрываю, я говорю, я за Владимира Владимировича голосую. То есть у меня есть на то мои причины, почему я это делаю. Так что давайте, мои хорошие, голосуйте, удачных вам выборов, хорошего вам дня и, конечно же, пользуюсь еще раз моментом в такой прекрасный день, как выборы, я хочу вам предложить, чтобы вы не забывали подписываться, значит, на мой канал, ставить лайки, да, и переходить по ссылочке в Инстаграм, ой, в этот, каков, в Телеграм-канал. В Телеграм-канале у меня выставлены обзоры на детские вещи. Пожалуйста, проходите, смотрите. Все это очень интересно. Завтра буду делать новые обзоры. И еще что хочу, пользуясь случаем, конечно же, записывайтесь к Жанне. Конечно же, Жанна всегда рада с вами пообщаться. Всегда рада вам, вас выслушать и помочь вашей проблеме. Так что записывайтесь. Мы очень ждем ваших записей, вот так. А я, конечно же, хочу, чтобы вы проходили на телеграм-канал, смотрели наши детские вещи. Все, всем пока, любовь взаимная, помните это. До следующего раза.